Городскі пасёлак Руба неабходна прывесці ў парадак за бліжэйшыя 2 гады. Такую задачу перад мясцовай уладай паставіў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў на пасяджэнні рабочай групы па пытаннях добраўпарадкавання і навядзення парадку ў населеным пункце з 7 000 жыхароў. Сілы будуць накіраваны на аб'екты сацыяльнай сферы і на ўсю тэрыторыю пасёлку, ад палаца культуры да лаўкі ля пад'езда. Тэму працягне Віктар Праліч. Жить мне тут нравится, а то как? Так, мы уже привыкли. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то и делалось. Дорога немножко лучше была. Вот, ходим по этой стороне, по той плохо ходить. Там более выбита дорога. Вот так. Жыхары Рубы уже не припомнить, коли глобальная хваля ремонту закранала поселок. Населенный пункт недавно стал часткой Витебска и покуль застается недоброупорядкованной городской ускраиной. Специально для вырашения проблемы решением облвыканкама створена рабочая группа, задача якой – наведение парадку у Рубе. У плане работ ни много ни мало 17 пунктов. Это результат нашей совместной работы на выходе. Это приведение порядок нашего поселка, приведение в порядок территории вокруг поселка, на земле навести порядок, а все вокруг утопает в каких-то непонятных разрушенных теплицах, заросло сорняками, кустами и так далее. То есть сам поселок Руба сегодня достаточно некрасивый. Ларыса Зволінская працуе ў мясцовым палацы культуры з моманту яго ўтварэння. 30 год таму будынак адчыніў дзверы і сёння мае патрэбу ў капітальным рамонце. Гэта адзін з першых аб'ектаў, за які ўзяліся будаўнікі. Перш-наперш прывядуць у парадак залу, дзе займаецца знакаміты узорны харэаграфічны ансамбль «Крынічка». Мы тоже зарабатываем деньги, но у нас небольшой бюджет, но тоже какие-то мелочи тоже будем приобретать. Мы заработали в 2016 году 260 миллионов. Старыми, да. Усяго ж адрэстаўрыруюць і прывядуць цякучы рамонт на дзясятку аб'ектаў. Новую прапіску набудзе школа мастацтваў, яна пераедзе ў былы будынак дома быту. Акрамя таго, адрамантуе сярэднюю школу, дзіцячыя садкі, жылыя будынкі пасёлка, бальніцу і паліклініку. У парадак прывядуць мясцовы храм, заасфальтуюць вуліцы гарадскога пасёлка. Все аб'екты гарадской собственнасці, конечно, основное это городской бюджет. Конечно, для наведения порядка будут привлекаться и сами горожане этого поселка, естественно, и предприятия, которые работают на этой территории. Будут проводиться субботники. На территории Рубы размещены завод «Доломита», так само автопарк номер 2. У поселку проживает около 7 000 человек. Реализация плана доброупорядкования запланована на 2 года. Однако первые объекты должны быть сдадены уже до нового навучального года. Виктор Пралич, Олег Черняк, новини Витебск.